Токарный резец месель овальный. Длина резца 175 мм. Длина рукояти 300 мм. Ширина 15 мм. Наибольшая толщина 7 мм. Предназначен резец для первичной обработки. Может сразу проходить цилиндр. Также можно подчищать после реера тестовой проход. Ну и также можно делать всевозможные фигуры. Наверное, видно в камеру, как блики дает, блеск. Это говорит о том, что чистота обработки идеальная. Материал дуб. Валик, галтель.